Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Катя. Мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы благополучно разобрались с Лихом у колодца, убили Полуденницу. Вот, а эту серию мы начнем с того, что выполним задание «Игра с огнем». Вот, там к нам в прошлой серии обратился кузнец Краснолюд. Попросил помочь ему найти поджигателя, который сжег его, его мастерскую, его дом. Соответственно, мы будем... Так, ага, точила. Давайте. Так, что у нас тут бочки? Поношенная шкура, ну ок. Так, это, конечно, хорошо, но как мне туда залезть? Так, что у нас здесь? Поношенная шкура. Давайте, может, как-то... Хрен там. Окей. Поискать следы поджигателя. А, во. Чё нашла? Тихо, тихо. Ну, давай смотрим. А смотри, Геральт. Сапог. Мужские, большого размера. Так, идите по следам, используя ведьмачье чутье. Хорошо. Так, что это у нас тут? Смердит человеческой мочой и водкой. Фу, блин. Какая гадость. Какая-то пьянь, что ли, я не знаю, или кому-то заплатили за то, чтобы поджечь бедную эту мастерскую. Господи, зачем это надо было делать, спрашивается? А, господи, такие ровные, блин, следы вообще. Так. Так, сейчас тут сундукин есть. Так, Орина забрать, это осмотреть. Снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ага. Окей, хорошо. Император поведет нас прямо на Новиград. Так. Так, о, вижу. Вот козел ботинки здесь оставил. Ах ты ж гадина такая. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Ага. Тихо. Тихо. Так, спокойно. Тихо. О! Молодец, красавчик. Такой, блин, удар прям последний. Молодцы. Так, все берем. Все берем. Это нам, кстати, мы же сейчас... Я думаю, сможем даже... Так, где у нас алхимия? Вот. А не хватает? Серьезно? А, вот что, для ласточки нужен был мозг утопца, нужно теперь ласточкину траву и краснолюдский спирт. Так, это, конечно, хорошо, но как выглядит ласточкина трава, потому что я что-то не особо представляю. Одуванчик, собачья петрушка. Не матерись тут, слышь? Курочки. Так, что у меня вообще есть? Так, мощь... Ну, мне некуда, да, поставить? У меня нигде для рун нету дырок. Здоровье 2600... Чё, так много? Нифига себе. Зачем я вообще сюда полезла? Я что-то хотела сделать. Ладно, не помню, потом посмотрю. Потом вспомню, гляну. Я что-то реально не помню, что хотела сделать.
В баньку сходи. Так, ща, стоп, тут какие-то ящики есть. Так, алхимический порошок. Зря я это сделала. Ой, слушайте, а зачем я это сделала? Давайте загрузимся. Я там где-то сохранилась не очень удобно, не очень хорошо. А, вот здесь давайте сохранимся. В смысле, загрузимся. Зря я решила потырить эти вещи. Но я не знала, что их нельзя трогать. Кто мог знать? Никто не говорил, что их нельзя трогать. Ох уж эти заставки, которые нельзя пропустить, к сожалению. Так. Ага. Сейчас тут опять утопцы будут. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Ща повылезают. Ну? А вот они. Серьезно? Я же уворачивалась. Тихо. Подожди, стопа. Так, стопа. Серьезно, как это вообще получилось? Какого хрена? У нас серия очень плохо начинается. Вы потеряли деньги. Писец. Чё, все что ли? Я офигею. Я офигею. Вдобавок ко всему он потерял башмаки. Боже, чё, серьезно? Я все деньги... Так, я молчу. Я молчу, ничего не говорю. Ну, хоть один мозг утопца, спасибо. Блин, капец. Рана была неглубокая. Хреново я. Играю. Не буду я ничего трогать. Следы ведут обратно в деревню. Угу. Господи, меня гуси двигают. Так. Если это обрывается, я смогу узнать его поранее. Так, забираем. О, краснолюдский спирт. Так, а чё я? А, я свечку оставила. Так, что у нас тут есть? Сухофрукты. Так, алхимический порошок. Что у нас здесь? Кукла для магических ритуалов. Нахрен нам не сдалась вообще. Что это у тебя с рожей? Так. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Да. Чё ты, блин? Рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Писец. Не только поджигатель. Серьезно? Мастер остроумного. Ты чё материшься? Чё, в зубы охоту пересчитать? С тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие, жадные, как сороки. Вот ты козел, а? Серьезно, козел. Язык курет, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Хрен там, отцу сорян. Отцу представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Как быстро он протрезвел, а? Что осталось, будет твое. Нет. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Это ты еще... Так. Успокойся и иди со мной.
Ты ж козлина я такая. Я должен извиниться. Я извиняюсь. Ага. Давай, давай, пошли. Умник. Разумник. Офигевший. Давай, 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 давай. Мне тебе пинка дать, чтобы ты быстрее пошел, не? Шуруй давай, умник. Давай. Иди. Иди, иди, милый, иди сюда. Давай. Не пелка, перепелка, не пелка. Господи, как тебя звать вообще, мужик, блин, ты какой-то... Давай, вот я здесь. Ау. Так, давайте на квен переставимся. Давай, 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 мой сладкий, ты сможешь, давай. Вообще, по-хорошему, надо было бы его вырубить и потащить как-то так, не знаю, ручками. 2 часа ночи, а я хренью страдаю. Ну, я имею в виду в игре 2 часа ночи. Так, что это у нас за травка такая? Ну, давайте возьмем. Чё стоим? Я тебе пин... Да слушай, ему реально надо пинка давать. Давай, 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 господи. Какой ты медленный, умереть не встать, блин. Так полсерии сейчас пройдет, пока ты допрёшь до туда, а? Лентяй. Еще и козел. Капец. Ну, шуруй. Осталось тут 200 метров всего. Господи. Без слез не взглянешь. Че вот ему прям, блин, всталось это вот поджигать все дело, а? Мозгов своих не хватает, так чужими думает. Давай, чуть-чуть осталось, отлично. А, то есть я могла типа сама добежать и все. Подъем! Просыпайся, пьянь. Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. А, не пелка, понятно. Но с меня хватит. Эй, солдат! На минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его. Вот и все. Жестко, но справедливо. Но сурово, сурово. Суровая кара. Что поделать? Но заслуженная. Да, согласна. Знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати... Я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Ай, спасибо тебе большое. Так, ну-ка. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Давайте посмотрим, что у него вообще есть. Покажи, что у тебя есть на продажу. Ага. Так, что это такое? Чертеж кавалерийских перчаток. Ух ты, господи, 6-й уровень. Серьезно, у меня столько в принципе нет. Так, ну давайте надо вот это продать. И вот это... Так, подождите, стопы. Так. Факел нельзя продать. Это... Я что-то продала ему? Блин. Ну ладно, окей, все равно, не важно. Так, больше ему ничего, да, продать нельзя? Ну это все, вот это для ремесла, пусть у меня будет. Так, рубашка, седельные сумки, седельные, у меня столько нету. Так, починить. Да, все чиним. Так, разобрать. Ух ты, прикольно. Ух ты. Крутотенюшка. Так, ремесло.
Так, нужно одну шкуру, проволока, а у меня все равно денег нет. Так, слиток стали. Давайте сделаем. Почему бы и нет? Так. Военная кожаная куртка. Нужна проволока и компонент. У меня столько денег нету. Зараза. Плохо. Ну да ладно. Ничего страшного. Переживу. Давай, покеда. Бывай. Так, пардон. Так, у нас получается, кроме... Че, у нас больше никаких заданий не осталось, что ли? Серьезно? Да, похоже на то. Давайте немножко поисследуем, а то как-то, блин, столько мест. Покинутая деревня, опустевшее селение. Давайте вот сюда прогуляемся. Кобылка. Нас все равно, скорее всего, там где-нибудь убьют. Вот, давайте сохранимся. Ну, отлично, все, игра сохранена. Погнали, прогуляемся. Слегонца, так посмотрим, что тут у нас происходит интересного. Вообще, есть ли что-нибудь интересное вокруг? Так, это что за дом такой? Я такой не знаю. Закрыто, нужен ключ. Ух ты, ё-моё, а что это у нас здесь такое? Так, берем. А что это у нас тут? И что здесь закрыто, интересно, спрашивается. Хрен его пойми, ну да ладно. Куда-то, блин, в не очень хорошие места прям, по-моему. У меня странное чувство. В какую-то не очень хорошую задницу идем. А, все как обычно. Так, тут вроде типа... А, я думала, что это типа дорожка. Не, нифига. Это еще что за дичь? Какого хрена? Пресвятые оладьи. Это что тут происходит такое? Как-то это, блин, все не очень хорошо. Так, окей, сейчас здесь по пологому склону поднимемся. Я что-то слышу. Это место силы. О, серьезно? Сюда изливается магия. Прикольно. Давайте. Хе-хей, круто. Так, и что мы сделали с этим, я не знаю. Так, место силы. Вот еще одно какое-то место. Давайте тоже и сюда сходим, раз мы здесь. Вижу какой-то дом. Так. Твою-то мать. Иди сюда. Дезертир долбанный, а? Хо-хо-хо! Ни хрена себе добивание здесь, а? Прикольно. Так, берем Орина. Так, ну окей, раз это... А-а-а! Сохранить игру невозможно. Да блин! Шкуру с тебя спустим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Тихо, спокойно. Иди сюда. Отлично.
Не, ну иногда у меня все же получается драться с ними, и я, в принципе, этому рада. Иногда получается. Это хорошо. Волки сбегаются. По-моему, это реально волки. Ну да ладно, пока они меня не трогают, уже хорошо. Так, фиал. Фиалы. Одни фиалы. Так, чистое серебро, это хорошо. Старая козья шкура. Так, коровье молоко. О, класс. Чертежи. Отлично. Так. Химический порошок. Так, что тут еще есть? Фиал зачем я взяла? Так, это тоже возьмем. Так. Вроде бы это все, да? Ну да. Так, а что мы там? Бестиарии, книги. Пожелтевший дневник, это я читала. А, то есть это все, да? Так, а... Это что такое? Маленькая дубина. Да не, зачем? Так. А какой я чертеж нашла, спрашивается? А, новый серебряный меч. Нужно слиток серебра. Едрить вашу налево. 13-й уровень, Карл, 13-й. 13-й. Так, ну ладно. Сейчас отойдем обратно на дорогу. Так, здесь я его полутала, да. Кобылка, иди сюда, родная. Куда теперь пойти? Так, ну что, давайте вот сюда поскачем. Я здесь не была. Слушайте, ну блин, я, наверное, за кадром это сбегаю по всем этим местам. И, возможно, кстати, скорее всего, я буду делать какие-нибудь нарезки по таким вот вещам. Вот, по таким местам, в которых, в принципе, особо делать нечего. Но если вдруг возьму задание, то надо это как-то же записать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо это как-то вот здесь по полю объехать. Так. Стопэ. Это что такое? Сырое мясо. А что происходит? Вот уж не знаю, но если честно, не очень горю желанием узнать. Пошла. Погнали отсюда. Сейчас еще наткнемся на какую-нибудь дичь нехорошую. Так, ой, у нас тут домишки какие-то есть. Или мне кажется? Да, вроде нет. Давайте сходим. Здесь я не была. А, это маленький нильфский лагерь. Понятно. Да ну вас лесом. Сидите тут, как сычи, и сидите. Давай, плотва. А мы дальше пойдем куда-нибудь. Так, тут кто-то ходит. Я не горю желанием с ним пересекаться. Так, привет, ребята. Ох ты, твою мать. Ща, спокойно. Так, сейчас мы здесь сохранимся. И пойдем разбираться с ребятами. Ну чё, Гуля, да? Гуля. Ну иди сюда. Тихо. Спокойно.
Ой, 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 тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Спокойно. Ах ты, тварь, ты хилишься, не смей хилиться, не смей хилиться. Скотина. Еще один подошел. Ты откуда взялся такой? Не смей хилиться. Ох ты, ё-моё. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Иди сюда. Господи, что ж я его добить-то не могу? Все. Спокойно. Ой, что это? Типа задание было такое, да? Прикольно. А я не знала. Интересно, интересно. То есть я вас типа от гулей тут защитила так нежданно-негаданно. Прикольно. Опасность виновала, жители вернулись домой. Если у меня сын родится, назову Геральтом. Че, господи мой сладкий, спасибо тебе большое. Слушайте, люди все-таки не всегда сволочами бывают. Так, купец. Приветствую. Привет, покажи свои товары. Покажи свои товары. Что у тебя есть? Так, во-первых, я тебе хочу вот это дело продать. Все. Вот это продать. Так. А у тебя чисто травы, да? Ласточкина трава. 4 штуки мне надо. 4. Отлично. Так, что у тебя еще? Краснолюдский спирт у меня вроде есть. Бутылку воды мне не надо. Все. Сейчас мы с вами, походу, ласточку Давай. Себе зафигачить сможем. Ну-ка. Нет, это бомба. А ласточка? А, ласточке еще одну надо купить. Так, ща. Приветствую. Ласточка мне чуть поважнее, чем бомба. Покажи свои товары. Да, 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 да. Так, вот, еще одну ласточкину траву. Все. Так, бывай. Бывай. Отлично. Отлично. Так, и теперь в рюкзак поставить ласточку. Так, это мы сюда ставим, а ласточку вот сюда. Ху-ху-ху-ху. Круто. Так, давайте завязаем. Ну, прикольно, прикольно. Так, как тут медитировать, я уже забыла. Так, ну давайте. До 7 утра помедитируем. О, все, отлично. Замурчательно. Все, теперь будут тратиться все эти вещи, ну, в смысле, алкогесты, всякое такое. Нельзя нам. Так, что у вас тут есть, ребята? Кружка. Кружку мне не надо. А вот железную руду я возьму. Вы уж простите меня, пожалуйста. Нельзя нам терять надежду. Так. А в мешках что? Масло. Заберем. Пригодится. Нельзя нам терять надежду. Так, господи, в луже копается совсем, что ли, дурачинка. Так, что у нас здесь? Поношенная шкура. Ну, давайте возьмем. Так, куда нам дальше пойти? Ну, давайте сходим вот сюда, к примеру. Видите? Плотвичка, рыба моя. А сейчас ты девочка, что ли? А, ну, кстати, как вариант, возможно, да. Типа сейчас она девочка, но хочет пацаном стать. Ой. Толерантность. Окей. Тут какие-то шахты, что ли, или что? Так, подождите.
А что вы делаете, ребят? Ну чего опять? Не, ничего, я просто... Ладно, окей. Я просто не поняла, что происходит. Спасите! Да. Меня не волнует, что там происходит. Я вот сюда пойду. Не очень хороший звук. Оставлю-ка я кобылку здесь. Так, это люди. Не отпускай его! Тихо, 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 тихо. Так, еще один. Нет, это волки. Ох ты, ё-моё. Нефиг тут на меня нападать. Нападает оно тут на меня. Фух. Так. Ой, господи, я загорелась. Так, все забираем. Вообще, все, что тут плохо лежит. Так, тут тюки еще. Так, охотничьи штаны какие-то. Что-то еще есть такого. Так. Все. Погнали. Текс. Все, поисследовали. А вот здесь у нас что такое? Мне сейчас кажется, что не очень хорошая идея туда идти. Так, алхимия. Картечи саму. Прикольно можно сделать будет. Так, что у нас здесь? Разрывной болт, нифига себе. Гарпия. 37-й уровень серебряного меча. Ребята, 37-й. Господи боже. Серьезно? Игра, ты думаешь, когда я смогу собрать ингредиенты? Блин, да даже если я и соберу ингредиенты, я же не смогу пользоваться этим всем делом. Но. Так, у меня что-то не очень хорошая идея по поводу... Не очень хорошее ощущение, что я как-то в хреновые места иду. Давайте сохранимся. Блин, у меня что-то очень плохо работают кнопки. Очень плохо работают кнопки. Давай, плотва. А еще тут как-то... Так, что у нас тут? Придержи. Что-то у меня странное чувство, что на меня сейчас нападет кто-нибудь. Так, все, да, полуталось. Все, ребята, валим отсюда. Валим, 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 валим. О, господи, боже мой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пошли лесом, пошли лесом, пошли лесом. Все. Деньги сперла, отлично. Так, тут у нас есть задание. Ну-ка, давайте пойдем по нему. Вот как всегда. У нас вот вроде есть что-то по сюжету, но мы туда не ходим, потому что...
Так, ты у нас, вот, ты у нас задание. Купец-спонсор. Че у тебя произошло? Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная. Опять чудовище. А я не послушал, и по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Думал, что я тебе просто так помогу? Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание. Утопцы, скорее всего. И чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. А, это, походу, тот, который я нашла? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Так, это куда? Ага. Где ты здесь? Сейчас обязательно на меня кто-нибудь... нападет, да? Все, блин, почему-то у меня не всегда срабатывает вообще. Так, это можно осмотреть, да? Не всегда срабатывает кнопка сохранения. О, господи, серьезно? А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Я так чувствую, что мне лучше. Прямо в шею. Хороший выстрел. Так. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью. Или он врет. Твою-то мать, господи! Ну? Сколько мне еще ждать? Охренеть. Так, все. Больше никто не хочет со мной, блин, тут. Ху-ху-ху. Как это у нас, блин, тут? Так. Так, лошадь, труп. О! Так, по-моему, это оно, да? Ну, оно же. Да, осматривает и Геральт. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпано кровью. Человеческой. Так, все, погнали, Герчик, погнали. Нам здесь больше делать нечего. Все. Фух. Ну, я потихонечку, по-моему, приноравливаюсь к игре, и это меня радует, если честно. О, так что? Нашелся сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. Mm-hmm. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Да-да-да. Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Мне, типа, его догнать, что ли, надо? Серьезно? Или что, или где, или как? Угу.
Да лезь ты на лошадь, господи. Но! Лишь бы догнал. Блин, ты что делаешь, Геральт? Давай. А что надо сделать? Как сбросить кузнеца с лошади? А, все. Ну, как-то так, я не знаю, может, как-то надо было по-другому это сделать, но я что-то не... Надо его привести в чувство. А, то есть надо, можно было ударить, и все норм, окей. Подъем. Я просто... Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янги Ирмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но так вот оно что. Действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. А что ты сразу мне не сказал, придурочный? Ладно, езжай. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. А, король Фольтест, это ж тот король, которого убил Лето во второй части, да, если я не ошибаюсь? Я не могу на лошадь залезть из-за тебя. О, господи ты, боже мой. Ну, в общем, такие вот дела, да. Но это довольно забавно, на самом деле, что мы, получается, и вашим, и нашим в итоге помогаем. Потому что мы в итоге помогли нильфам, потому что мы, считайте, помогли краснолюдскому кузнецу. С другой стороны, помогаем и тимерцам. Ну, блин, я не знаю. Ведьмаки вообще ж они вне политики, как я понимаю. Поэтому я, в общем, буду делать, что мне нравится, что мне хочется. Так. Лошаденька. Родная. Иди ко мне, моя селёдка. Ну что, куда мы с вами погоним? Текс. Давайте вот сюда пойдем. Куда-нибудь да придем обязательно. Пошла. У меня с рожей все в порядке, а ты, походу, головой ударился в детстве. Давайте стравим волков вот с этими нильскими, этими самыми стражниками. Пусть они там с ними воюют. Так, что-то у нас тут есть. Так, слышу до хрена волков. Но здесь вроде все. Медальон дрожит. Это место силы. Твою-то мать. Это у нас кто? Призрак. Иди сюда. 6-го уровня, писец. Ну, что такое? Че стоим? Иди сюда. Иди сюда. Завалим. Ой, тихо, тихо, тихо. Все, отлично. Фух. Все норм, все норм. О-о-о-о-о. Это было прикольно. Это было интересно, это было сложно. Должна сказать. Так.
Теперь можно пойти вот сюда. Какой-то неизвестный мост тут, походу, будет. Ну, а потом, наверное, пойдем уже в Нильфский лагерь, я думаю. Так, стоп, это тут утопцы. Все, игра сохранена. И погнали. Иди сюда. Так. Вон еще один. Иди сюда. Сыгни, давайте. Иди сюда. Давайте, давайте, давай. Тихо, 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 тихо. Что ты тут на меня агришься, а? Агрится он на меня. Иди сюда. Хе-хе. Лошара. Так, слюна чудовища. А что у нас тут? Закрыто, нужен ключ. Так, 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 так. У тебя, что ли, ключ? Да, ключ с темирскими лилиями. Ну-ка, сейчас посмотрим. Что это у нас здесь? Ох ты ж, ё-моё. Сейчас, подождите, надо выплыть. Так, приказ сотника всякому встречному подателю сего письма с сопровождением доставить на север до границы, где у Оксенфурта их будет ждать реданский отряд. Как реданцы благородного рождения, эти люди находятся под опекой короля Родовида, и даже один волос не должен упасть с их головы. Все, что они везут с собой, это их собственность, и должно оставаться с ними. Нарушитель приказа будет отдан под суд и немедленно казнен. Новое задание — темирские ценности. Ух ты, господи, сколько у нас, блин, тут накапливается-то вещей интересных. Ну, давайте уже с этим разбираться в следующей серии. На этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока.